Почему это возможно сейчас, в 21 веке, вот эти такие вещи? Очень хороший вопрос. Это действительно уникально, потому что человек может быть абсолютно нормальным, адекватным в обычное время, а потом он случайно заходит в торговый центр и превращается в какое-то истеричное существо. Все дело в том, что ощущение того, что ты можешь упустить выгоду, что распродажа закончится, тебе ничего не достанется, у человека формирует нервозность. Появляется страх не успеть. А когда вокруг тебя еще и конкуренты, и зараженные тем же чувством, человек впадает в, ну, как называл это Фрейд, массовый психоз. Он попадает во власть чувств. И именно женщины, они как существа более эмоциональные, более падки на это. И они, видя уже этот блеск в глазах соперницы, уже не могут себя контролировать. У них появляется единственная цель. Самое главное, что после того, как они покупают эти вещи на распродажах, они потом домой приносят и не знают, что с ними делать.